В 2020 году во всех образовательных организациях Башкортостана установят системы контроля и управления доступом. Такое поручение на Убер-часе дал Ради Хабиров. На текущий момент более половины школ и детсадов оснащены необходимым оборудованием. Тревожные кнопки появились практически во всех учебных заведениях, расположенных рядом с подразделениями Росгвардии. Значительно увеличилось количество камер видеонаблюдения. На усиление мер безопасности в этом году выделено свыше 300 миллионов рублей. По вопросам безопасности с учениками будут проводиться профилактические занятия. Мы обеспечим техническую безопасность, но надо думать еще и о психологической безопасности детей, психолого-педагогической даже сказать, безопасности детей в наших школах. И этому вопросу мы будем посвящать достаточно очень большой и серьезный блок в рамках второго школьного форума. В следующем году из казны республики на обеспечение безопасности учебных заведений поступит не менее 200 миллионов рублей. Помимо этого, власти планируют обустроить территории школ и детских садов. Безопасности он, соответственно, через нее.